Приятный парень, хороший фигурист. Так блестяще выполнил вчера в короткой программе 4-3. После этого не выполнил больше ничего из прыжков. Сезон уже в самом разгаре. А Томаш Вернер, по-моему, ни одной программы чисто не откатал. «Крестный отец» — его произвольная, музыка Нина Рота.
Да, покатались в серии Гран-при. Причем судьба как будто немножко издевается еще вдобавок над Вернером. Уж вроде на одном этапе откатался бог знает как. Стал вторым. На другом этапе откатался бог знает как. Стал пятым. Не попал в серию Гран-при. В финал, в смысле, нет. Все-таки отказывается Жубер. Попадает Вернер в финал. Для того, чтобы мучиться дальше. Ведь было понятно, что может он прыгать все что угодно. Что это всего лишь вопрос настроя, концентрации и какого-то баланса внутреннего. Когда он не прыгнул первый четверной и прыгнул второй, стало ясно, что да все он может и все у него в порядке. Прыгнул Аксель затем. С двойным тулупом. И потом такая катастрофа наступила. Луц, который он практически выехал, но упал. И потом, я даже уже не помню, был ли хоть еще один прыжок исполнен. Катастрофически, конечно. Первый чемпион Европы за последние 16 лет. Или теперь уже не 16, а уже практически 18. Со времен Петра Барны. Долгие годы лучший фигурист Чехии. Сумасшедшим образом. Прогрессировал после 2005 года. Никогда чувство юмора ему не отказывает. 122 балла. Некоторые столько набрать не могут. Как бы стряхнуть с себя все это